представляючи. Ну, вся, ну, я вас хорошо знаю. Так, да, я стояла в правом секторі, там, де ви втричі сказали, ви собирали партію регіонів, регіонів і регіонів. Собиралися ми в шахматному клубі. Ні, вибачте. А ви зараз не состоїте? В правом секторі? Ні, я не состою в правом секторі. А так, як я, у нас був начальник Іван Іванович. От, він десь зник. Тобто правий сектор у нас не існує, я вам скажу так. Тобто він, ви знаєте, що він визначав правий сектор, так? Ну як, ми ж получали заяви. Я не знаю, ще раз, вони ніколи не состояли в правому секторі. Ну, ми застояли. Я не знаю, де ви состояли, ну просто на самом деле. Ну, фактично, я була, я вам кажу, я була на зборах, у вас, ви це помните, ви знаєте, на Ютубі є наші... В даному случае, по поводу... Ну, ви тричі регіони сказали, потім кажете, ой, вибачте, а те, що якщо чоловік, якщо чоловік... Тому що ми з ними боремося. Ви з ними боретесь? Да, я говорю о врагах. Я говорю о врагах. Я мечтаю их победить. В данном случае. По поводу военного образования. Все правильно. У меня не было военного именно образования. Но дело все в том, что, как практика показывает на сегодняшний день, как показывает практика, те генералы, которые имеют академии, они в действительности ничего не знают. Потому что это новая война. Это война, которая идет по совершенно другим правилам. 20 лет армию уничтожали, 20 лет армию превращали ни в что. И на сегодняшний день стоит вопрос о том, чтобы доверить руководству батальонам. Можно я закончу? Я прошу прощения. Я хочу закончить. Они, конечно, есть. Они, конечно, есть. Но дело все в том, что на сегодняшний день стоит задача о том, что доверить подразделения тем людям, которые смогли проявить себя и которые имеют определенный опыт ведения антитеррористической операции. Хорошо. За три месяца. Питание. Чем да. Вы пользуетесь на то, что особовый склад ваш верный батальон отмолвился за вами? Давайте сделаем так. Значит, дословно 40 человек на сегодняшний день, так как не было произведена стрелка оружия, так как батальоны доукомплектовываются тяжелым оружием. Почему? Потому что это основная задача, это укомплектовать подобные подразделения тяжелым вооружением. Потому что автомат 5.45, он не может полноценно противостоять той... Подожди, сейчас я закончу. Противостоять тому напору, который идет со стороны сепаратистов. Значит, УВД получила тяжелое оружие. И для того, чтобы провести слаживание, и для того, чтобы его пристрелять, была поставлена задача на неделю отложить выезд. Для того, чтобы пристрелять то тяжелое оружие, которое получили. Вы не служили. Еще раз говорю, с апреля месяца. Я находился в Днепропетровске, в Донецкой области. В составе добровольческих батальонов правого сектора. Ну, я бачу, я вас умоляю, вы меня последний месяц видели в Полтаве. Это с того момента, когда поставлена была задача сформировать боеспособное подразделение. До этого руководство. Руководство. А чому саме яким? Ви? Чому саме ви? Так, яким? Ще раз ви формували загон мирний не від МВС. Хто став вам задачу? Ви таке саме маєте відношення. Це вже він потім поставив. Ну як там? Ну, формування ваше на сесії ОДА, ви вимагали, щоб фінансувала ОДА ваш батальйон.